Это Лившиц. Видите, как он интересно подергивается. Он родной брат праноядца Левенбука. Левенбук уже, наверное, больше месяца ничего не ест и не пьет, и здоровье у него не ухудшается. Он праноядец. Я пытался собрать деньги на исследование этого эффекта праноядния, но народ как-то саботирует это дело. Ведь это очень важно для нашей страны. Тогда можно вообще сельское хозяйство ликвидировать. Все перейдут на праноядение. Да.